При рассмотрении отчета главы города следует отметить то, что отчет все-таки довольно-таки подробный, были освещены многие моменты, многое, что там не поместилось, но в целом во время своего выступления глава города подробно осветил. И самое главное, наконец-то мы добились того, что в этом году очень много было посвящено времени объяснению тех проблем, которые складываются в городе, и как город эти проблемы намерен решать. То есть Дмитрий Владимирович довольно подробно это рассказал. Мы также все это обсуждали на каждой профильной комиссии, вырабатывали совместные пути решения, но на сегодняшний момент все упирается в то, что необходимо дополнительное финансирование как со стороны федеральной власти, как со стороны региональной власти, так и где-то какие-то перераспределения внутри местного бюджета. За прошлый год было сделано довольно-таки много. Конечно, остаются вопросы к качеству и по молодежной аллее, и по детской площадке. Но это вопросы, конечно, уже к подрядчикам, о том, соответствуют ли работы тем требованиям, которые были. Должна работать администрация, смотреть, все это контролировать и пытаться это устранить. Большие работы намечены на этот год. Я считаю, что администрации надо все-таки усилить контроль за выполнением этих работ со стороны подрядчиков, чтобы потом не бегать за ними и не пытаться исправить то, что нужно исправить. А это нужно уже контролировать на стадии исполнения, чтобы не доводить до того, когда необходимо уже прибегать к каким-то судебным разбирательствам.